По цьому кримінальному провадженню по, ну, по Онищенку, тому що ми обговорюємо вже тиждень. От, і самі десь біля 3,5 мільярдів гривень надприбутків отримано. Тобто в нас є потенціал всюди, але, на жаль, нас Україна віддана на розграбування. Да, у нас великі гроші крадуться там десь наверху, поменше фіскалами, от, десь там підприємців піднагружають. А людей, подивіться, скільки у нас крадіжок. Там у нас зараз, ну, у нас на Київ, у нас повністю тут ну, мали. Розумієте? Граблять на вулицях, при дітях зривають сережки, скільки квартирних крадіжок. У день викрадають стільки автомобілів, скільки в рік не викрадали раніше, розумієте? Тобто ось де питання, ось де проблема, з тим ми повинні боротися. Знаєте, не один на одного десь там натравлювати, от два представника БПП там чубляться в ефірі. Це не буде, ну, я Сергієм не буду чубитися. Він робить свою справу, робить її грамотно і десь його звинувачувати, що він там не фаховий журналіст. Ну, у вас оцінка Грановського, як мінімум, зараз. Тому що розумієте, Грановська, я юрист, я закінчував Шевченка, я кандидат юридичних наук. Я не знаю отакого сильного впливового правника на ринку там адвокатських чи суддівських послуг, як Грановський, наскільки його зараз демонізують. Ну не треба цього робити. Ну це людина, якої, ну, пересічний українець не знає. І звичайно, його просто зробити якимсь демоном. У нас набагато більше є демонів, які на виду і які мільярдами дійсно відкачують ресурс в Україні. Сергій. Я понимаю, почему Валерий не знает такого юриста Грановского, потому что Грановского нет образования юридического. Он сейчас, параллельно работая депутатом, получает в Тернопольском каком-то учебном заведении, как заочник, и второй диплом юриста. Наверное, готовится тоже к какой-то должности, где нужно будет требование юридического образования. Но я хотел бы прокомментировать коллегу. Вот он говорит, народу интересно узнать, кто стоял на Майдане, а не так, как интересно, кто ворует деньги из бюджета. Подождите, народу интересно знать, кто деньги воруют из бюджета сегодня. Звичайно, те, кто стрелял на Майдане, сказал, люди этот приговор уже давно вынесли. Після революції ще більше це вимога від суспільства. Я абсолютно погоджуюсь з цим, Сергій. Ще більш загострено відчуття от бажання справедливості. Навпаки, більше, не менше, а більше. Ну, так, якщо Кононенко є куратором компанії «Центренерго», і вчора журналісти Денис Бігус, програма «Наші гроші» провела розслідування і показала, як «Центренерго» под зонтиком Кононенко, через его смотрящего по фамилии Трегубенко, депутат от БПП, построили схему там. И извините, но если это госпредприятие, то прибыль этого госпредприятия, она или аккумулируется на счетах и потом платится как дивиденды в государственный бюджет, или она воруется через смотрящих и потом эти деньги не получает бюджет. Поэтому логика здесь на самом деле очень простая. Это или деньги украинского народа, украинских граждан, будущие деньги, которые не дошли до пенсионеров, до учителей, и до преподавателей, и до врачей. Или это деньги, которые осели на офшорных счетах, и потом они будут частично инвестированы обратно в политику, частично через эти деньги будут приватизировать то же самое «Центренерго», которое в этом году опять второй год подряд уже, оказывается, не нужно приватизировать. И потом эти деньги опять будут, за эти деньги покупаться недвижимость за рубежом, будут строиться бизнес-корпорации, и дальше эти деньги будут уже отмываться через бизнес. Ну, то есть это элементарно. Это Лазаренко, 90-е годы, сегодня то же самое. Законы не поменялись, законы украинской политики не поменялись. Воровство из бюджета, инвестиция в политику, приход к власти, опять воровство из бюджета. Это называется стартап по-украински, я так называю. Не нужно придумывать Facebook, не нужно придумывать Skype, нужно просто купить мандат депутата за 5 миллионов долларов, сесть на поток, заработать, и ты будешь выходить из парламента это уже с 500 миллионами на счету. Ну, все элементарно. И как можно говорить о том, что обществу интересно, кто стрелял на Майдане, но не интересно, кто ворует из бюджета? Обществу интересно и то, и другое. Но кто стрелял на Майдане, и так все знают. А стрелял Янукович, по его приказу были применены силы, которые это сделали. А кто ворует из бюджета, эти фамилии нужно называть сегодня. Я вам скажу, не просто называть. Я абсолютно сознательно, абсолютно трезво на всех международных встречах последние месяцы поднимаю вопрос о введении международных санкций против украинских коррупционеров, людей, которые сегодня занимаются коррупцией. И этот процесс закончится рано или поздно тем, что санкции ведут. Их не ведут завтра, но это займет несколько месяцев, может быть даже год, но этот процесс будет идти, потому что западные налогоплательщики, которые дают деньги украинскому правительству, они вправе рассчитывать на то, что деньги, которые они собрали у себя во Франции, в Германии или в Америке, и отдали украинцам, что эти деньги не воровали. И чтобы тот Кабмин, который управляет этой страной, чтобы он эти деньги собирал с украинских олигархов, а не использовал труд вообще французов, американцев или немцев, которые отдали это как кредиты МВФ или прямые линии финансовой помощи Украине. Это же все совершенно элементарно. Я не понимаю, как можно, ну, закрывать глаза, говорить на черное-белое, когда коррупция в Украине никуда не исчезла. Сережа, не ты, не я.